Продолжать разговор, ребятки. Я думаю, что нам потребуется некоторые моменты восполнить. Лестничку. О, кстати, я не видел, что здесь сундук. Не зря пришел. Круто. Следующий момент у нас находится вот там вот. Он лежит таки прям на видном месте. Это вообще в полуводе в какой-то находится. Так, заодно я разобрался, кстати, что на крестик, оказывается, переключаются у меня эти фигни. Ладненько, в общем, я отходил, прошу прощения, и всем выйти из сумрака. Как вы думаете, что будет за задание? Мне вот интересно. Прошлое было довольно веселое, но у него были свои минусы. Сделайте так, чтобы уцелел хотя бы один солдат нежести. За каждого уцелевшего солдата вы получите награду души. А. Я думал, от них бегать надо. Тут видите, оказывается, что. Пробуем уцелеть всех солдатов, чё. На добивание времени нет, потому что они очень долго добиваются. Хотя, может, и недолго. Ну, вроде пока солдаты нежити рядом со мной, все вроде бы должно быть нормально. Тем более, что мы сейчас вот эту штуку врубим. Вот с этим толстячком разберемся, а то он что-то там сидит, бордеет. Блин, одного солдата таки убили. Не, ребята, я, конечно, все понимаю, там, ну, все дела. Но мне нужно 2,5 минуты продержаться, и что-то тут прям до хрена и больше с каждой следующей секундой. Я, конечно, пробую распределять, так сказать, свои силы. Но вы сами все видите. Так. Вроде так вот можно получше сделать. Теперь в броне негодяи. Тоже нормально, ладно. Сойдет. Ах ты ж мать моя женщина. Так.
Перевоплощаемся, перевоплощаемся. Отличненько. Минус. Минус. Давай, еще минуту продержаться, ребятки. Смотрите, пока вроде более-менее нормально идет. Всего одного солдата убили из нежити. Я думаю, что это вполне себе неплохо. Учитывая то, что я играю на сложном уровне, надеюсь, что это нормально. Ну, вообще, конечно, нормально было бы, если бы я всех оставил в живых. Это, конечно, да. Так у меня получается хрен пойми чего. Ай. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Уе! Солдаты выжили. Мужик. Справился. Прекрасно. Глазика познакомили с собой поближе. Не, вот это испытание повеселее было. Все равно так себе, но... повеселее. Ладненько. Направляемся к следующему испытанию. Нам же нужно узнать, что ж там интересного оставили нам разработчики. Так, ой, не туда куда-то я поплыл. Самую малость не туда прям совсем. Тай-да-да-да-дай. Так. Бабах! Итак, последнее испытание, мои дорогие друзья. Что же нас ждет? Убейте 15 врагов, используя окружающие предметы в качестве оружия. За неизрасходованное время вы получите награду в виде душ. Машинный дождик. Дождик. Так. Так, 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 тара-тара. Тара-тара, тара-тара. Тара-тара-тара. Не знаю, в кого я там попал, собственно говоря. Но вот с этими ребятами у меня определенно будут проблемы. Поэтому давайте-ка здесь мы все-таки избавимся от них в первую очередь. Ими надо было сначала от этого избавиться, хрен пойми. Какой-то он жестко здоровый, я вам скажу, ребята. Так, мы на него тоже натравим. Ай! Больно.
Мы сейчас еще и большого, по идее, грохнем. Нет? Не грохнем. О, грохнули большого, смотрите. Так. Ты, падла. Все. Фух. Еее. Еще и машинки можно погрохать. Наверное. Восстанавливает часть энергии ярости. Неистовство. Прекрасно. Познакомили глазик с нашим мечом. И на этом все наши приключения, заключения и вообще закончились. Давай. Какие предложения есть по поводу того, как можно отсюда выбраться? Я вот, например, броню хочу себе собрать. У меня уже, по-моему, 4 осколка есть даже брони. Так. Сейчас мы к нашему другу позвоним. Редкий благодарный тебе. Скоро мы будем свободны. Я так понимаю, у тебя еще один брат есть, да? Фрагмент брони из бездны. Закаленные грави. В полном наборе 10 фрагментов. Сколько, интересно, кстати, у нас фрагментов уже есть? Чисто ради фана. 4, все правильно. 4 фрагмента у нас есть. Так, и половина клинка. Он почти, смотрите, клинок почти развился до конца. И это прям меня радует. Так, хаотическая форма. Вы можете временно бла-бла-бла. Змеиные норы, понятно. Неистовство, восстановить часть энергии ярости. Ну, понятно. Ну, короче, это фигня такая. Ненужная. Определенно. Ага. Я так понимаю, нам дальше. Только нам, правда, здесь никто пройти не дает особо. Ух ты, а мы, по-моему, сильнее бить стали, нет? Или мне показалось? Ну, ладненько, пошли дальше. Нам, по-моему, кого-то здесь нужно победить, да? Угу. Определенно нам какой-то меч здесь дадут. Либо еще что-то, чем мы сможем разбивать эту хренотень. К слову говоря, надо включить что-то полезное. Здесь нас научат плавать, типа мы можем под водой тут. Все дела. Мне, кстати, кажется, что есть вероятность найти вот там вот что-нибудь полезное, нет? Давайте просто ради интереса сплаваем, посмотрим. Возможно, там что-то есть. Нет, ну, естественно, здесь ничего не было. А пройти мы туда просто так не можем. Поэтому остается лишь ждать, надеяться и верить в то, что когда-нибудь нам дадут парочку полезных штучек каких-нибудь, которые нам очень сильно пригодятся и очень сильно помогут, собственно, в продвижении куда-либо. Потому что даже в первой локации есть замороженная вот такая стеночка, которую мне бы хотелось осмотреть. Я случайно сейчас попытался, знаете, взять эту хрень в руки, но меня долбануло электричеством.
Видимо, нельзя угрей в руки брать. Кто бы мог подумать, правильно? Это как-то нелогично, ведь все в детстве, да и всегда, наверное, брали угрей в руки, да? Так. Как говорится, а ну-ка, на-ка. Тут вроде как тоже ничего нету. Ладно. А раз там ничего нету, значит, там нам ничего и не надо. Так, ну, вниз нам однозначно проход, скажем так, закрыт. Оу! Это была мина? О таких вещах заранее предупреждать надо, ребят. У людей явно проблемы. Они не могут предупредить о минах. А могу я, например, вот туда прыгнуть? Как-нибудь? Нет? Не могу. Понятно. В данном случае нам сюдой. К нашему другу. Ну, а чё лишний раз, правильно? Не выпендриваться тем, что он скромный торговец. Так, на самом деле я хочу обменять вот эту штуку. Ага, вы можете отгородиться от врагов войны барьера адского пламени. Вот я не знаю, может купить вот эту штуку. Может нет. Это крепче снижает на 7 урон, увеличивает эффективность удара войны. Да. Так, ладно. Стрелы демонов и даже снизу вверх способен подбросить воздух войну его противника. А в обратную сторону. Так, комбо смерча, несколько рубящих ударов. Take your time. Сильный круговой удар. РБ и Х. РБ. Вот это. Я, знаете, даже без понятия, что бы мне такое лучше прокачать, я, наверное, куплю косу. Жесткий тип. Теперь у меня достижение есть какое-то. В общем, нескольких врагов одним ударом, все дела. И к нему, конечно же, сразу дали. Так, множество ударов. Месть жнеца. Бросок косы со вращением в воздухе. Со второго уровня. Ну понятно, адская бритва требует вертикальный бросок косы вращением. Так. Ну, давайте, собственно говоря, опробуем с вами. Опробуем с вами косу. Теперь у нас есть два оружия, которые мы, собственно, можем использовать. И либо будем использовать наш меч, либо косу. Так что, как видите, это полезно. Все-таки. Ну, заодно будем прокачиваться. Многие, наверное, скажут, что я неправильно все сделал, надо было все качать по-другому. Нам дали молот. Наверное. О, да хватит уже! Чего ты дожидаешься? Если твои руки тебе вообще дороги, лучше не лапать ничего, что тебе не принадлежит. Ультейн. Ты меня знаешь, а вот я тебя почему-то нет. Не люблю незнакомцев. Особенно незваных. Возможно, не так важно, кто ты, важно, чего ты хочешь. Я пришел за черным молотом. Да ну, правда? Ладно, можешь попробовать еще раз. Но потом тебе лучше не попадаться мне на глаза. Это ты. Что еще? Черный молот. Это ты.
тебе же хуже. Позволь, открою тебе секрет, мальчишка. Тот молот, что лежит на земле, намного полегче будет. Его бесполезен. Должен быть другой путь. Тысячи лет меня никто не мог ранить. Ровно 100 лет. С того дня, как мы лишились Абадона, я ждала этого мгновения. За твои грехи тебя надо бы судить в Граде Света. Увы, пока этот мир отягощен разрушителем, врата небес для нас закрыты. Но правосудие не может ждать. Я покараю тебя здесь и сейчас! Твое правосудие подождет, пока мы тут не закончим, девонька. Вообще не стоит кидаться в заварушку, до которой вам нет дела. Ну, идите прочь, голубки, пока я вас не ощипал. Богохульник, это ты избрал себе союзника в войне, до которой тебе нет дела. Ха-ха-ха, позволь, я попробую. Что бывает с теми, кто лапает чужое? На твоем месте я бы принялся.